Всем большой привет! Это снова мини-выпуск Радио Кэт. И я вам сегодня предлагаю такой лот. Котенок маленький, черный, пушистый. Судя по всему, умненький и ласковый. У меня такая же кошка, взрослая. Очень характерная раскраска, когда котенок черный. При этом у него белая грудка. И, как правило, еще белые труселя, белые лапочки. Что-нибудь там еще беленькое. А, подмышки, да. Вот. Таких кошек я видела очень много. Они отличаются очень круглой головой. Ну, кошка у всех круглая, но этих особенно круглая. Чуть-чуть, но вроде бы больше даже в пропорции по отношению тела. По сравнению с другими кошками, это заметно, когда рядом вот они стоят, можно сравнить. Вот такие кошки, они очень ласковые. Вот, может быть, они не самые умные из всех кошек. В плане того, чтобы какие-то трюки выполнять. Или как-то особенно интересно предугадывать что-нибудь там. Ну, скажем, видали мы и поумнее в этом плане. Вот, но они такие очень добрые и непосредственные, бесхитростные. Очень ласковые, любят мурлыкать, любят, в общем, все, что вот это связано с общением с хозяином. Так что я предлагаю вам, кто заинтересуется, ну, просто приехать и забрать эту котейку. Вот, конечно, мы с вами встретимся и пообщаемся. Может быть, запишемся, может быть, нет. Зависит от желания. Может быть, мы сходим погуляем или посидим в кафе. Что-нибудь в этом роде. Можем сходить на этот стадион чудесный, с которого вы много слышали, но ни разу не видели. Вот такое предложение. Конечно, оно касается только самостоятельных взрослых. Людей, которые полностью дают себе отчет в том, что они делают. Потому что кошка, конечно, это игрушка. Но это живая игрушка, это очень дорогая игрушка. Нужно будет заплатить за ветеринарные услуги. Ну, соответственно, не мне, конечно, да? Когда вы возьмете животное в дом, нужно будет сразу нести его к ветеринару. Это будет стоить денег, то есть нужно будет осмотреть. Находился котенок на улице, поэтому, конечно, нужно провести полный осмотр, возможно, взять какие-то анализы. Потом, естественно, будет вакцинация, что-нибудь там с глистами будут делать. Очень много препаратов. Это нужно будет найти для этого и время, и деньги. Ну, в целом, как-то я оцениваю это, ну, в несколько тысяч. Ну, наверное, пятак уйдет точно. Если по московским ценам судить, а если кто-то приедет, то с большой вероятностью из Москвы. Вот, так что к этому надо быть готовым. Еще, как у любого котенка, который родился у вас на улице, хотя вот насчет этого конкретно у меня есть подозрение. Мне кажется, что его выбросили недавно, потому что тех котят, которые там живут, там родились у кошки и живут уже давно, я их знаю. Они другие. Этот похож на домашнего все-таки, потому что он мяукает при виде человека. Это все-таки свидетельствует о том, что он не на улице вырос, потому что, ну, мне кажется по поведению, что он все-таки домашний. И попал на улицу из дома, а в общем не иначе. Вот, и появился он там недавно, несколько дней назад. У нас грядут холода, скоро будет зима, и, конечно, было бы хорошо, если бы кто-то забрал этого котенка себе. Но надо очень хорошо понимать, что эта игрушка надолго. Кошки домашние живут, ну, лет 10-15, просто как нефиг делать. А при хорошем уходе они могут жить и дольше, и поэтому, если изменится обстоятельства, если животное вам надоест, то придется его как-то пристраивать куда-то. Вот, на улице же выбрасывать, как всякие разные люди, которые, ну, плохо понимают, что такое ответственность. Вот, опять-таки, на кормление животного тоже уходят средства. Не бог весть какие, если честно. Я, например, кормлю, вот сегодня я кормила. Три рта у меня в этом плане. Из животных, из кошачьих у меня трое. Вот. Значит, они сегодня кушали творог. Ну, просто творог без ничего, не жирный. Кушали куриную грудку без ничего, сырую. Потом остатки гречневой каши, ну так, немножко, ну, в пропорции там. Им тоже как бы нужно не только мясо, но все-таки еще что-нибудь.
Вот немножко гречневой каши, тоже без ничего, без соли, без сахара, без масла, без этого всего. Вот что там еще было? Ну, по-моему, да, вот типа такая смесь сегодня была. То есть, в принципе, это все те же самые продукты, что едят люди, просто приготовленные без приправ, без специй. Вот я готовлю, как правило, все одновременно, а потом отдаю кошкам их долю, а себе оставляю без. Да, еще тоже сразу предупреждаю, что, скорее всего, очень вероятно, может быть, проблема с туалетом. Это часто бывает у котят, которые взяты с улицы, которые либо просто еще не приучены, либо они испытали стресс там или что-нибудь такое подобное. Могут быть вот эти проблемы, нужно проявить понимание и терпение. Нужно осознавать, что котенок что-то делает не так, не потому что он хочет вам жизнь ухудшить, вам как-то досадить или что-то. Он просто он глупый, он не понимает. И иной раз нужно приложить много усилий, чтобы приучить к месту, это раз, приучить не ходить ни на место, это два. А плюс, когда начинаются уже гормональные явления, у котят это обычно подростковый период вот этот начинается 6-8 месяцев от роду. Вот, и тогда уже надо принимать решение. Либо кастрировать животное, либо держать его на таблетках, на этих накаплях. В принципе, про капли говорят, что можно ими пользоваться. Просто ни в коем случае не завышать дозировку и строго следовать инструкции. Потому что проблемы, конечно, возникают, но мы же не можем проследить. Вот те люди, которые пользуются этими каплями, они соблюдали, например, банальную дозировку, или они ее завышали многократно каждый раз. Потому что там с этими каплями дело такое. Их надо капать до того, как кошка начинает кричать. Когда она уже начинает кричать, обычно в этот момент хозяева спохватываются. И то не на первый день, потому что если надо пойти в поликлинику или там в ветаптеку, купить эти капли, стоят они тоже недешево, рублей 400 они стоят, надо накапать кошке, капают, она продолжает орать, капают снова. В общем, я подозреваю, что часто это происходит именно так. На самом деле нужно давать капли в определенный день цикла, кошачьего причем. Вот. Ну или хотя бы просто в какой-то определенный календарный день, но до того, как она начинает кричать. Иначе это как слону дробину просто. Будет уже. И завышая дозировку гормонального препарата, можно добиться каких-нибудь болезней, типа миомы матки. Вот. Но нельзя прекратить уже это кошачьи крики. Ну, вот такие вот дела. Я не знаю, это, этот котенок, это кошечка или котик. Просто не знаю. Ну, по морде вроде котик. Оно может быть все что угодно. Вот он, как вы видите, убегает. То есть он с одной стороны выбегает, а с другой стороны он убегает. Вот. Но я так его не подзывала, на руки не брала. Вот взять его домой я не могу, потому что уже просто не могу. Вот, тем более, что если я возьму домой, это значит, я взяла ответственность, это значит, что я должна буду понести его по ветеринаркам. Вот, дело не только в деньгах, а в том, что я буду привязываться. Мне будет сложнее и сложнее отдать, и, может, даже невозможно. Вот, но четвертая кошка в доме, это уже просто привет. Вот. К тому же, если это парень, то о-ля-ля. У меня 3 девицы. И все еще фертильны. Вы представляете? А кошка может родить до 8 котят. 8 на 3, 24. 24 котенка раз в 4 месяца. Прикольно, правда? Нет. Ребята, если кому-то не хватает пушистого друга, если кто-то хочет завести себе мурчалку и вполне согласен, способен потянуть это дело морально и физически, пожалуйста, приезжайте, пишите в личку, пишите в дурку. Вот, мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот.